Приветствую вас. Смотрите, вы пишете о том, что не понимаете, почему вам так тяжело, почему вы не хотите видеть своих бывших коллег. Я верю вам в том, что вы на самом деле действительно не понимаете, что, почему вам так тяжело. Я правда вам верю. Ответ на ваш вопрос кроется в том, что атмосфера была тяжелая. Вот именно в тяжести атмосферы кроется ответ на ваш вопрос. Потому что если атмосфера была тяжелой, то, соответственно, за это отвечаете, в принципе, вы, да, то есть вы отвечаете в том числе за создание этой атмосферы. И, соответственно, нужно вам для начала вообще оценить свой вклад в создание этой атмосферы. Вот, свой вклад в создание того, как вот, ну, того вида, того формата отношений, да, с коллегами, который вас сложил. И именно вот то, именно то, что вам тяжело было в значит, ну, именно то, что вам тяжело, и следует разобрать. А дальше уже можно будет посмотреть, как вам эту проблему разрешить. То есть сперва, что тяжело, что выбивает из колеи, что задевает, а дальше уже будет понятно, как вам двигаться в процессе психотерапии дальше. И сможете выбрать, что вам делать, что хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.